Пойте Господу новую песню, хвалу Ему от концов земли. Это мы в прошлый раз разбирали, да? Повторим для для тех, кто опоздал в прошлый раз, что такое пойте Господу новую песню. Кто помнит, что значит новая песня? Какой смысл? Значит, что мы другие. Ага. Когда у нас измененное сердце, да, мы когда осознали, что сделал Бог в нашей жизни, мы начинаем петь Ему новую песню. Песни о восхождении или возрождении, да? Давайте дальше посмотрим. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, то есть наполняющие море, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестя на островах. И дальше мы будем читать, что происходит, когда мы начинаем хвалить Бога. Интересно, что начинает происходить? Угу. Давайте сосредоточимся. Господь выйдет, как исполин. Знаете, что такое исполин? В Библии несколько раз говорится, что такое исполин, кто такой исполин. А если вы зайдете в Google, в Википедию, там даже есть рисунок примерно исполина. Исполин – это огромный человек, великан. Вот если я буду стоять рядом с ним, то я ему буду где-то вот по локоть. Вот так. Ну это где-то треть, да? Угу. То есть в три раза выше меня исполин. Это, ну, можно сказать, великан, да? Смотрите, и он выйдет, Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность. Муж Брайан – это воин. То есть когда мы начинаем хвалить Господа, он выходит, как огромный исполин. Представьте, что за вами исполин стоит. Огромный исполин, огромный воин, который одет и готовый для вашей драки. Ну, представьте, что у вас телохранитель за спиной. Как вы себя будете вести? По-другому, да? Дерзко. Да. А потом смотрите, как муж брани возбудит ревность. Знаете, что такое ревность? Ревность – это он возбудит у вас желание, стремление, ревность по тому, чтобы начало меняться, чтобы сердце ваше начало меняться, чтобы дети ваши не принимали наркотики, чтобы Варна изменилась, чтобы Болгария изменилась, чтобы ты стал не хвостом, а главою. Когда мы начинаем хвалить Его, Он приходит как исполин и приносит в твою жизнь ревность, желание. Когда мы, знаете, вот если спросить у людей, какие у вас цели, стремления, да? Ну, не знаю. Давайте начнем его хвалить от всего сердца. И вы увидите, что сердца начнут меняться. Он возбудит ревность в сердце твоем, возовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Интересно, он встанет за тобой, за твоей спиной, да? Но он называет уже врагов твоих, он называет врагами своих, своими, понимаете? Когда мы начинаем хвалить, Бог начинает что-то делать в нашей жизни. Поэтому мы говорим, приходите вовремя, церковь должна хвалить Бога. И тогда Бог встанет и проявит себя во всей силе, тогда Он начнет действовать. Тогда начнут меняться сердца, тогда начнут меняться ваши дети, ваши мужья, ваши родители. Вы хотите изменения? Вы видите, да, практически в каждой семье или алкоголик, или наркоман, или зависимый. В Болгарии очень много одержимых людей. Вы замечали, очень много ненормальных людей. Знаете, от чего это зависит? А потому что церковь не хвалит, как нужно Бога. Согласны? Просто закройте глаза ваши. Представьте, он встает, как исполин. Вы видели мультик, сейчас очень популярна, песня одна, «Медвежонок убегает от тигра». Видели это, да? На «Одноклассниках» где-то есть в Ютубе. Он убегает от тигра, маленький медвежонок. И когда он уже встает на краю, ну, на все, дальше уже убегать некуда. Последнее, что он делает, он встает вот так на две лапы и начинает рычать. Помните, видели, да? Он начинает рычать, и тигр начинает убегать. И он такой, типа, это от него поднимается, а там огромный медведь, и медведица за ним.
Вы знаете, пока мы не встанем, пока ты уже не поймешь, дальше двигаться некуда без Бога, пока ты не встанешь и не начнешь рычать, там написано воинский крик, клич, да, он издал. Пока ты не издаешь, не издашь воинский клич, в твоей жизни ничего не переменится. Согласны? Да. Мы будем учиться хвалить Бога. Аминь. Бог есть моя защита. Каменная ограда, Давид пишет, каменная ограда моя. Он был мне во спасении. Бог моя скала, я на тебя надеюсь сердцем. Не боюсь я ничего. Мое, ты крепость моя, Боже, не боюсь я никого. Бог моя скала, я на тебя надеюсь сердцем, не боюсь я ничего. Ты прибежище мое, ты крепость моя, Боже. Не боюсь я никого. Крепость моя, скала спасения моего, поклоняюсь я тебе. Спасение моего, поклоняюсь я тебе.
Господи, Отче. Написано, что Бог за нас, а не против нас. Вы представляете, если Бог за нас, то кто против нас, говорит Писание. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за такую великую привилегию славить тебя. Знаете, как мы его и кличем? Кричать, нет? А кто знает вообще клич? Какие они бывают? Наташа, ты аллилуйя. Вперед! Вперед! А еще какие? Ура! Ура! Еще какие? Бонзай. Бонзай. Есть такой клич. Хей! Давайте 3-4. Хей! Еще раз. 3-4. Хей! Нормально. Еще громче можно? Дерзновение. Эй! Еще громче, вы точно больше можете. С дерзновением. 3-4. Эй! О, еще громче, еще давай. Наш Бог есть Бог всемогущий. Пусть звучит победы клич. Эй! Наш Бог есть Бог всемогущий. Он пришел, чтобы тебя освободить. Изменить печаль твою на радость. Превратить твою воду в вино. Он пришел и развеял тучи мрака, чтоб сияло лицо твое. Это была тренировка. Наш Бог есть Бог всемогущий. Пусть звучит победы клич. Эй! Наш Бог есть Бог всемогущий. Он пришел, чтобы тебя освободить. Изменить печать твою на радость. Превратить твою воду в вино. Он пришел и развеял тучи мрака, чтоб сияло лицо твое. А теперь по-настоящему. Наш Бог есть Бог всемогущий. Пусть звучит победы клич. Эй! Наш Бог есть Бог всемогущий. Он пришел, чтобы тебя освободить. Изменить печать твою на радость. Превратить твою воду в вино. Он пришел и развеял тучи мрака, чтоб сияло лицо твое. Отверни его. Наш Бог есть Бог всемогущий. Пусть звучит победный клич. Эй! Наш Бог есть Бог всемогущий. Он пришел, чтобы тебя освободить. Изменить печать твою на радость. Превратить твою воду в вино. Он пришел и развеял тучи мрака, чтоб сияло лицо твое. А теперь по-настоящему. Наш Бог есть Бог всемогущий. Пусть звучит победный клич. Эй! Сейчас еще потренируемся. Зоя, это классно, это делает. Пошли, поможешь сюда. Ну, вы знаете, чем глубже мы, чем больше мы понимаем Писание, да, тем больше мы можем прославлять Господа, понимая, что мы говорим. Мы поем на самом деле не то, что мы сами придумали, понимаете? Но Писание так говорит. И представляете, если Бог, который создал всю Вселенную, поставил звезды, землю, утвердил, написано, морю сказал, поставил преграду и сказал, ты не перейдешь. И представьте, этот Бог, Он говорит, я за тебя. Вы можете себе представить, как же не кричать и не говорить, Господь, ты сила моя, я на тебя уповаю. И написано, Богу невозможно солгать. И этот Бог обращается через Писание и говорит, я за тебя. Там стоит Рихард, он по-русски ничего не понимает, но он так кричал, хей, что мы не слышали. Рихард, хей. Господь, сила моя, Господь, крепость моя. Пою и радуюсь, славлю Бога, сила
моя, Господь, крепость моя, знамя правды, Господь, знамя правды моей и верующей. Еще раз, Господь, сила моя, скажи, Господь, сила моя, Господь, крепость моя, знамя правды, Господь, знамя правды моей и верующей. Господь, сила моя, Господь, сила моя, Он прав, крепость, Господь, крепость моя, Он знамя правды, Господь, знамя правды моей и верующей. И потому, я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. Взял мои болезни, грехи вознес на крест.
Пусть земля поет, радости поет.
земля поет, радости мое. Yeah.
наслаждаюсь глубиной поклонения. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня теплотой, согрей, силой одари. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Иисус. Не поняла, да?